Ставь лайк, если тоже кушаешь во время просмотра моих видосиков. Пацаны, как вы знаете, я нередко играю в FIFA 20. И зачастую мне кажется, что я чувствую себя сумасшедшим. Не получился удар, давай еще раз попробуй. Еще раз попробуй, давай, попробуй ударь. Во всяком случае, меня утешают другие фиферы-стримеры, которые постоянно говорят о том, что геймплейно это просто поносная игра. Ройс. Сейчас, подожди. Охуеть, посмотри, что произошло. Но в этом меня пытаются разубедить комментаторы, которые говорят, что я всего-то навсего играть не умею. И вот у меня постоянно вот в голове вот такой диссонанс. Блин, неужели проблема реально во мне? Да, многие говорят о том, что ну вот, киберы же как-то делают 30-0. Это обусловлено тем, что опыт, несомненно, решает. Это люди, которые всецело отдают себя этой игре, участвуют на турнирах. Это можно сравнить даже, знаете, как... Допустим, вы профессиональный боец, идете по улице, до вас... Прикапываются бандиты в размере 4 штук. И у них такой на нокаут слева и справа и там, ну и все, они падают, такие, ебать мой хуй. Они вроде как и в большинстве были, но ты-то боец, ты-то знаешь, как, блядь, ебнуть так, чтобы он упал. Но то же самое с фифой. Ты вроде как играешь с соперником, ему там фифа помогает, тут гандика, тут еще какая-то залупа. Но за счет того, что он опытный фифер, получается так, что он просто гасит все эти гандикапы, хуяпы и делает 30-0. А обычным смертным такого не дано. В общем-то, к чему я это все веду? Сегодня EA Sports выкатили... апдейт FIFA 20. Обновление, которое якобы поможет нам жить лучше. Дышать легче будет, вы понимаете, там мячик будет летать и все в этом стиле. В общем-то, давайте с вами сегодня почитаем, что же нам такого приготовили EA Sports. Мальцом, и скажу вам так, я уже просто охерел. В игру и на уровне сложности легенды, это все нам не интересно. Начинается моя самая любимая. Исправлена ошибка, при которой в некоторых случаях пас или удар выполнялся после слишком большой паузы при нажатии соответствующей кнопки пользователя. То есть, давайте я вам поясню. У всех наверняка были ситуации, когда вы нажимаете на удар, а этот ебаклак не выполняет удар. И вы такой думали, эй, камон, что с тобой, игра? То есть, блядь, заранее протестировать эту блядскую игру вот просто невозможно. Вы покупаете игру за full прайс, и вам в лицо говорят, ой, сорян, ну, как бы бывали моменты, когда у вас там, бля, Weekend League идет, вы идете 29-0, но вы не могли забить гол только потому, что там, бля, была какая-то ебаная ошибка. То есть вы прикиньте, EA Sports сами говорят о том, что, ну, простите, у нас обоссанная игра. Да, вы хотели дать пас, да, вы хотели ударить, но сорян бы, не получилось. Ну, не фартануло, ну, что поделаешь. А вот это вот вообще, блядь, в некоторых ситуациях игра слишком долго определяла, что игрок владеет мячом. Ну, вообще, блядь, представляете, нахуй, о чем идет речь? Игра долго думала о том, владеет ли игрок мячом или нет. В редких случаях, когда соперник располагался слишком близко к игроку, при попытке отдать передачу... Ничего не происходило! Ничего не происходило, это так знакомо! Когда ты, бля, вроде как пытаешься сделать пас, а он нихуя не делает! И спорт такие говорят, бля, бро, опять же, ты купил игру за full прайс, и тебе только спустя месяц говорят о том, что у тебя было столько проблем! Это вы знаете, можно с чем сравнить? Вы начинаете встречаться с девушкой, у вас любовь-морковь, идеальный месяц, и потом месяц спустя она такая... Ну, на самом деле, я не Лолита, а Леонид. В этом есть несомненный плюс. Теперь люди не будут писать мне о том, что я сумасшедший. Теперь после прыжка вратаря в ноги игроку с мячом, вратарь с большой вероятностью заберет мяч в руки. Ранее такие прыжки слишком часто приводили к отскокам мяча и забитым голам. А, ну вы поняли, да, отскоки на ногу, вот эти мои любимые, которые летят, блядь, нахуй, и приводят к голам. Рекламная пауза. Пацаны, важная новость. Если вы хотите собрать себе крутой составчик или же просто открыть паки, но напрямую электроникам заносить не хотите, то у меня для вас есть решение. Продавец монет в Телеграме Голограмма Бот. Купить монетки очень легко и просто. Пишите Телеграм-боту, сколько нужно монет, договаривайтесь и все чики-пуки. Промокод PandaFX погасит вашу комиссию, а если купите от 1 000 000 монет, то получите скидку в 500 рублей. Также, если у вас завалялись ненужные монетки, вы можете написать Телеграм-боту, и они у вас выкупят по выгодному курсу. Ссылочка будет в описании. В матчах на игроках не отражался уровень их физической формы. Короче, кто не в теме, физформа в этой игре просто нахер не нужна была, я как понимаю, вот именно до этого момента. Вы могли не давать физформу игрокам вообще, и им было абсолютно похер. Это, естественно, серьезно повлияло на цену физформы, они практически нихуя не стоили, там по 400 монет вроде. А кто-то ведь думал, что это влияет, и тратили физформу, покупали физформы, не все же знали про эту проблему. Ну а те, кто знали, сэкономили денег. Ребята, а вот сейчас нужно присесть, потому что вот сейчас будет просто вот невероятнейший пиздец. В некоторых случаях в онлайн-матчах Foot EE управлял командой пользователя.
Я видел подобные видосы в предложке от моих подписчиков, когда за них играл комп. Я думал, блин, наверняка у вас какие-то проблемы, ребята. Вы понимаете, это все происходило в FIFA 19. То есть они со времен FIFA 19 не обращали внимания на эту проблему. Режим карьеры мне не интересен, но наверняка тут есть приколюхи, от которых у вас пригорало. Обновлены 2049 двухмерных портретов игроков. Вау. Это заслуживает уважения. Найс, фоточки поменяли. Тебя Мертенс похож на алкаша из моего падика. Бля, лучше бы вы интерфейс пофиксили. Как же он лагает. Вы посмотрите, как долго игроки листаются. Я вообще хочу сделать видос про деградацию Ultimate Team. Он очень долгий, массивный. Если вам эта тема интересна, поддержите лайкусиком, напишите об этом в комментариях. Я в ближайшее время постараюсь выкатить этот видосик. Ну и пойдемте скатаем каточку таким вот сквадом и проверим, насколько же у нас изменился геймплей. Итак, Хазар и компания. У меня тут Чи Адамс, кстати, на страйкере, ребята, поэтому я думаю, сейчас он изи разнесет. Ладно. 1-0. Азар меня разносит. Давай, забегай, Пулишич, хорош, хорош, забегай, и, конечно же, он не забьет. Блядь, еще раз! Какого хуя у меня финишинг включился? Какого хрена он включился? Я его выключил тысячелетия назад. Бля, огромное спасибо eSports, вот это, блядь, нововведение. Включать тайм-финишинг без моего спроса. Чекайте next обновление. Мы заметили, что вам не очень нравится, что мы без вашего спроса включаем тайм-финишинг, поэтому мы его отключаем по умолчанию. На. Блядь. Так, Чи Адамс? Адамс. На, нахуй. Вынимай, блядь. 1-1. И херач в дальний. Я никогда не научусь выполнять выходы 1 на 1. Это какая-то катастрофа для меня. Пулишечка на Адамса. Адамс, херач! Ну! Хорош! Дубль от Адамса! Ну это пиздец, как меня бесит эта хуйня. Блять, что это за игра в защите? Боже мой, нет. Я не понимаю, как так отвратительно можно было сыграть в защите? Смотри, оп, игра корпусом пенальти! Адамс насосал пенку, красава! Правый нижний. Блять. Правый нижний. Блять. И моя самая любимая рубрика – статистика моего оппонента. Так, Волкот, полетели. Сделаем вот так. И Пулишич, забивай. Хорош. 3-2. На. Сен-Хо, что ты будешь делать? Так, нет. А что третий раз ударит и третий раз забьет? Я знаю все эти приколы ваши. Иди нахер! Ну почему прям на ногу отскакивает? Ой, Адамс, как же он толкается хорошо. Хоть кажется, что корпус в этой игре не решает, но в некоторых моментах очень даже решает. Все мячи отскакивают ко мне на ногу. Идеально, я очень этому рад. Хороший. Бля, смотри, как он контролит мяч. Просто невероятно. Что он? Что происходит, блядь? Эй, я не хотел пенальти. Я накрутил всю команду, чтобы... Хорош. 4-2, Сосамба. Пацаны, чекайте, Адамс, новая легенда канала. Блять, пока я тут выебусь этим. Да. Я в ахуе просто. У него 3 удара в створ, 3 гола. Это офсайд. Ну, видели, что сделал Адамс? Он подбросил мяч, ударил. И только штанга спасла моего соперника. Ладно. Охуеть. Давай, Дугласку. Да мой мяч, зачем ты свистишь, блядь? Нахуй ты свистишь, я иду в атаку, долбоёб! Блядь, Асенхо, ну что ты будешь делать? Все тащит! Ребята, последняя атака. Последняя атака. Ну, Канте, малыш, Канте! Асенхо! Это просто невероятно, что он творит. Пиздец. 4-4, я в ахуе, я просто в ахуе. Адамс лучший игрок матча, но я... Но это не отменяет того факта, что я в ахуе. Асенхо 12 сейвов. Нойер просто отсосал по сравнению с ним. Давайте взглянем на статистику. Вау. 5 ударов в створ, 4 гола. 22 удара, 13 в створ. Все, тащил гребаный Асенхо. Ну, в общем-то, в принципе, вот вам краткий обзор на патч. Мне кажется, еще должны выпустить 600 патчей, чтобы что-то в этой игре изменилось. Ну, как бы там ни было, Чи Адамс просто великолепен. 5 матчей, 9 голов. Ну, просто для сравнения с Волка, там 12 матчей, 1 гол. Прошу заметить, что после моего видоса Чи Адамс подорожал, и теперь он стоит 10 тысяч. В общем-то, ребята, всем спасибо за просмотр.
стороны, надеюсь, вам понравился этот видосик. Поставьте лайкусик, обязательно напишите любой комментарий. Все комментарии... Нет, все комментарии не лайкаю. Я лайкаю только классных пацанов, поэтому будь классным пацаном. С вами был я, PandaFX. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем хорошего настроения. Пока!